Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid. Играем мы только с негативными перками, а по информации у нас любимое оружие — это голые руки. А зомби убили 28 штук, прожили 2 дня всего лишь и 21 час. Играем мы за Рока 71 килограмм, весим, потихоньку набираем вес, что очень хорошо. В общем-то, сейчас мы находимся здесь опять в этом туалете. У нас есть катан, у нас есть нож, у нас есть молоток, у нас есть немножко еды. А сейчас у нас 6 часов утра, я поспал на самом деле и проснулся опять как бы с сонливостью. То есть у нас этот перк, который усталый, и либо там хроническое недосыпание, не помню, как он точно называется, в общем, не дает нам выспаться. Вот, ну хотя бы как бы на стуле в туалете нормально мы здесь провели время. Так, давай поедим, опять же, как бы съедим сейчас полностью овсянки. Давай, ешь. Все, отлично. У нас надо с вами прокачать, в общем-то, силу хотя бы на единичку. Мы находимся в туалете, но у нас есть запас еды. Так, воды как бы мы сейчас тоже наберем. Это не проблема, вот так вот. И, наверное, мы сейчас рюкзак скинем на землю, чтобы он нам не мешал. И попробуем здесь позаниматься. Нам буквально чуть-чуть надо на это времени потратить. Ну, может быть, один день. И потом отправиться еще раз, зайти на склады. Так, давай, занимайся. Подожди. Фитнес. Силу и фитнес, либо только в силу вкачиваться. Я думаю, как бы, может быть, все-таки только силу повкачивать, чтобы не распыляться на разные вещи. Зомби вроде пока не слышно, вроде пока мы здесь сидим нормально. Но если как бы попрут, но мы с катаной уже как бы лучше, чем голые руки. Давай, поехал заниматься. Отлично. Отжимания пошли. Ускоряем. Да, мы так быстро с вами вкачаемся, то есть надо просто немножко отдыхать ему еще давать. Давай, отдыхай. Но потом у нас крепатура будет, это тоже как бы нехорошо, это будет болеть тело. Ну, что поделать как бы. Сейчас быстренько хотя бы одну единицу вкачаем, посмотрим, насколько все это изменится. Потому что 6 с собой таскать килограмм максимально, это вообще это ужасно мало на самом деле. Так, можем еще, да, позаниматься фитнесом теперь. Давай, приседания. Повышает фитнес. Нет, нам нужно отжимание. Давай, окей, поехал. Темно, плохо видно, конечно, здесь. Ну ладно. Есть. Есть. У нас повысилось на единицу. Теперь у нас 7 при голодании, при таком. Но это хорошо. Хорошо. В общем-то, больше я не вижу смысла пока заниматься. Лучше пойти будет на разведку сходить, потому что сейчас 10 часов утра. Но опять же, как бы 10 часов утра, но это... Так, повесь на спину. Мы сейчас как сделаем? Мы сейчас поспим и попробуем выбраться отсюда. Так, бутылка у нас... Я не понимаю, все равно у него постоянный перевес. У нас уже никаких лишних вещей на самом деле нету, но вот этот перевес меня просто добивает. То есть, ну, сейчас он на голодную, конечно. То есть, мы можем там бобов поесть. Кстати, давай сисюшку скурим. Курим. Давай поспим. Итак, опять мы проснулись с сонливостью. Сейчас 4 часа. Ну, как бы, ладно. Ладно. Давай, открывай картошку. Ешь полностью. Так, это нафиг выкидывай. Давай мы возьмем катану в руки. Кстати, катана уже так износилась очень сильно, что просто у нее состояние на пару ударов. Ну, я не знаю, ну не на пару, но чуть больше. Но у нас есть нож. Так, все, ладно. Главное нам разобраться и найти тачку хотя бы до прилета вертолета. Потому что потом все это будет печально. Так, ну у нас еще, как всегда, паника же. Так, вроде здесь все чисто, спокойно. Сейчас мы до складов дойдем, наверное, даже как бы это, чтобы его сильно не утомлять, пойдем пешком, таким вот образом. Так, это вот первый склад. Мы его полутали, и второй я не лутал. Сейчас зайдем, посмотрим. Вроде особо тут никого нету. Это хорошо. А, стекло вижу там разбитое. Может быть, внутри кто и есть. Так, мы лучше оттуда зайдем тогда сейчас.
Да, там есть зомби, слышу. Либо они здесь, что ли? Ползучий, да, гад, есть. Ну и внутри там тоже я слышу. Так, один минус сразу. Ну, конечно ж, ты же закрытый. Прям здесь стоит, я не знаю, сколько их. Ага. Так, а ты откуда взялся? Там ни окна, ничего не было. Вот это, конечно, сюрприз. Так, нам надо еще до темна вернуться в наш туалет, блин. Как я его не заметил, интересно? Из-за сонливости? Плохо, что не видно нифига. Он где-то слева там журчит. Не хочется прямо к нему прям в лапы залезать. Можно с той стороны попробовать залезть, потому что там более как бы... Более понятно, что никого нету. Опа. Какой запоздалый скример был. Ладно. Мы нашумели, давай все-таки от... Откуда вы идете-то, а? Хорош. Блин, отдышка пошла тоже плохо. Блин, из-за сердцебиений нифига не слышно. Ладно, рискуем. Непонятно, где он тут журчал? Может быть, он вылез уже? Да, это, скорее всего, он и был. Нам бы поспать на кровати на хорошей, было бы вообще замечательно. Ладно. Так, в принципе, что у нас есть? У нас есть молоток, у нас есть отвертку. У нас, как бы, по-моему, пилы нету, да, с вами? Да, пилу я вообще не вижу, здесь ее тоже нет. Вот нам надо найти пилу, и тогда, как бы, можно будет уже нормально себя чувствовать. Соответственно, изоленту я, наверное, тоже возьму. Конечно, особо много мы с вами не затащим отсюда, но, тем не менее, хотя бы какую-нибудь полезную штуку бы найти. Ну, например, пилу. Садовый совок, собственно говоря, подожди. Деревянная киянка. Вот ее можно, наверное, будет вообще выкинуть. Медленно, конечно, все перекладывать. Тряпку эту выкинем. И возьмем мы лучше совочек. Вместо огромной лопаты. Так, монтировка. Опять же, весит дофига, состояние фиговое, брать ее не буду. Ведро, вот это все полезное, кувалда здесь лежит, тоже вообще отличная вещь, но я не утащу столько с собой. Нам бы только сейчас пилу найти на самом деле и все. И свалить обратно на стульчак, поспать. Конечно, силу хотелось бы вкачать до двоечки, но я не знаю, как бы получится это сделать или нет. Так, клей для дерева взять. По-моему, катану эту чинить нельзя, да? Да, ее нельзя чинить. Ну, как бы, если что, нож будем чинить. Нож тоже хорошее оружие. Так. Все фигня. Плохо, что пилы нет. Всякие электроды, это все будем потом собирать, потому что, ну, сейчас это... Перебор, это как бы ненужные вещи на данном этапе. Потому что не факт, что мы еще долго здесь проживем. Ага. Так, вот зажигалочку мы возьмем целую. Она всегда пригодится. Так, здесь все пусто. Надо будет выдвигаться в обратную сторону, в город, чтобы... забрать машину. Я не знаю, наверное, около пожарного участка посмотрим, около школы посмотрим. У полицайки посмотрим, еще одну зажигалку тоже давай заберем. Так, появилась боль, это, наверное, скорее всего, крепатура пришла. Так, это патроны были. Что-то пилу я здесь не наблюдаю. Самое, что как бы нужное, пила, и как бы ее здесь нету. Молотки, вот я вижу, проскакивают. Голод появился. Так, понятно.
С пилой облом, ну ладно, ничего страшного, на самом деле, как бы в этом нету. Усталость от упражнений у нас появилась, мы что, отдохнем, как бы она, я думаю, пройдет. Ну, 3000 вкачать, я не знаю, получится, не получится. Мне кажется, не особо-то и получится быстро все это сделать с помощью отжиманий. Так, здесь везде все тихо. Давай вот так же пройдем, как мы проходили до этого. Вроде никого же не встречали. У него сразу отдышка. Ему надо фитнес тоже повышать. Ага. Ого. Там с супер рюкзаком чувак стоит. И с ним толпа. Я надеюсь, они как бы до нашего туалета не дойдут, где мы на стульчике живем. А то это какой-то пипец прям. Ну, они как бы далеко стоят, но все равно могут, наверное, могут. Ну, у нас опять же как бы есть дверь, если что. Так, в общем, сейчас 8 часов. Я, наверное, сейчас еще раз позанимаюсь фитнесом и этим. Посплю и увидимся утром. С вами выйдем, пройдем здесь по соседству. Еще домики есть. Либо будем возвращаться, я не знаю, как бы через те домики в сторону города. Но лучше посмотреть еще новые домики по поводу еды там, чтобы у нас был запас. Потому что, ну, так как бы это... 3 банки у нас всего осталось. Это не очень много, на самом деле. Все. Итак, у нас 10 часов 50 минут, в общем-то здесь полная усталость от упражнений, сонливость сейчас пропала, но она появится в скором времени, потому что, ну, я выпил снотворное, он уснуть не мог из-за сильной боли, появилась тревога. Так, это мы сейчас снимаем вот этим, вот сразу курим, это раз, во-вторых, у нас перегруз идет, давай сардины, открывай банку, так, едим полностью. Все равно голод сильно не удалился. Ну, поэтому мы сейчас исходим еще к одним домикам, которые здесь недалеко находятся. Может, найдем там еды какой. Как раз, может, пройдет опять же крипатура, и мы сможем еще позаниматься фитнесом, чтобы более быть выносливым. Кстати, она уже, по-моему, и проходит, да, уже меньше стало. Так, собственно говоря, бобы. Открывай. Голодать нам нельзя, нам надо набирать массу, вес. Половинку ешь. Отлично. Так, катану в руки и пошли. Вроде ничего не забыл. Так, вот дверь я за собой закрыл. Где эта группа, которая там тусовалась? Уже не видать. Вот куда она ушла, надо сейчас посмотреть повнимательнее на самом деле. Нам, в принципе, вот в эту сторону, как я сейчас иду, пройти, там тропинка должна быть. Так, ну я никого не вижу там, на самом деле. В лесах тоже никого нету. Там уже склады, собственно говоря. Пошли туда. Тут от склада должна быть дорожка такая. Нам жарко. Жарко становится постоянно. Я думаю, что может нам это... от балаклавы избавиться. У нас, в принципе, как бы... Давай сюда пока повесим. В том плане то, что у нас снотворное, кстати, тоже надо убрать. Солнечно-защитные очки, солнцезащитные очки. Они как бы это спасут нас от удара. Вот сонливость, кстати, пришла, да. Ненадолго. Вот белая дорожка, мы сейчас по ней пойдем. Я надеюсь, что здесь как бы зомбей не будет. Я думаю, что мы сейчас вот таким макаром пойдем, чтобы побыстрее. Ага, 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 есть один. Мне бы с ним бороться не хотелось. Так, дорожка появляется. Хвост куда делся? Вот опять же, я его не вижу. Он вроде должен был за нами идти, правильно? Он же не мог просто так пешком отстать, или мог? Хорошо, здесь территория, где мало зомби, на самом деле. Это хорошо. Пятна крови какие-то. Главное, чтобы на группу не нарваться, так пофигу. Так, вот здесь вот лучше повнимательнее быть.
Все-таки здесь начинается эта деревня, или что это как бы, ну, не деревня, наверное, просто фермерское угодье небольшое. Ага, вижу, зомби там внутри есть, сейчас зайдем. Да не один даже, а нет, тот же самый. Ну, не знаю, обычно в таких складах, как бы, ну, это не склады, как бы, это вот фигня лежит. Да, семена капусты я брать не буду, просто лишний вес, это нафиг не нужен. Собственно говоря, тогда пройдем сюда, вот здесь двухэтажный дом, это, во-первых, интересно, во-вторых, это там продукты. И, может быть, если здесь никого нет, получится, как бы, здесь и заночевать еще раз. Хотя сейчас всего 13 часов. Да, по навыкам у нас фитнес на тройку, чтобы загнать это 6 тысяч надо вкачать. И здесь вот 3 тысячи. Но я чуть-чуть вот ночью позанимался, опять же, как бы. Ух ты. Я про то, что сила растет, пока мы вроде ходим. Так, отлично. Но один заключенный не бывает, они обычно парочками ходят. Обычно они ходят парочками. Так, стоп, там еще зомби, ладно. Значит, в доме они сидят. С веревкой, у него спортивная сумка. Давай мы возьмем ее, конечно же, она лучше будет, повесим на спину. Так. Тебя на землю. Две сумки я таскать не буду, не имеет никакого смысла. Так, где-то еще хрипит. Давай ускорим чуть-чуть. Ага. Все забрали, все хорошо. Здесь у него ничего полезного нет. Я же говорю, парочками ходят. Стой, тут еще где-то. Блин, это так издалека я услышал, что ли? Давай сначала убьем эту, этот выбит окно как раз таки. Потому что у нас же сонливость, мы не можем сильно бить. Фига себе, она ему кританула на 700, что ли. Давай вылазь. Вылазь, тебе говорят. Вот так вот. То есть ногой, ну тут тяжело его убивать ногой. Так, у него изолента, тряпка какая-то там лежит. Я эту сумку опять же брать не буду. Скорее всего, как бы, ну, в двух руках я не буду таскать. Не получится. Вот изоленту мы вот заберем у него. Сколько у них там телевизоров, интересно. Отлично, здесь чисто. Второй этаж сейчас проверим еще. Туалет. Ага. Так, ну на первом этаже хорошо. Вот это надо выключить нафиг. Так, настройки устройства. Выключись. Так. Мы закроем, прикроем на всякий случай. Так, сюда я пройти не могу, но он без пилы, по-моему, не разбирается. Да, там нужно, короче, это. Смотрим здесь, что у нас есть. Клей для дерева, это хорошо. Это прям супер. Так. Эти две пустые, как всегда. Отлично. Ничего нового. Так, эту дверь мы можем закрыть. Здесь плохо, двери нету. Здесь окна побитые. Так, смотрим здесь. Журнал. Так, это мы сейчас прочитаем, собственно говоря. Почему бы и нет? Краска для волос, полотенце. Пей. Набрали водичку. Дверь сразу прикрываем. Так, сюда идем. Здесь наверху где-то еще телевизор работает. Вообще прикольно. Так, спички забрать.
все фигня, не надо, дайте что-нибудь поесть. Вот лапша сушеная есть, сухая. Сушеная лапша, блин. Хорошо, хорошо, отлично. Так. Бутылка красного вина. Это сейчас на ночь пойдет, как раз таки поедим, поспим. Ну как на ночь? Ну считай на ночь, да. Так, вот это вот давай ешь сейчас. Это забирай. Мы в первую очередь съедим. Так, это надо будет приготовить, потому что как бы пока есть электричество, можно этим пользоваться на самом деле. Это мы сейчас заложим в духовку. Так, а куда это кинул-то? Лосось, покажись. Вот. Сюда. Вкл-выкл. Быстро готовится же. Угу. Причем минус 30 голод, он сейчас должен еще приготовиться и получше быть. Давай быстрее еще на троечку. Отлично. Так, не забываем выключать все это дело, а то как бы может быть все печально. Так, сардины консервированные, зашибись. Блин, мертвая крыса на самом деле как бы свежее сырое потрошить. Мясо маленького животного, она тоже минус 23 дает, мы лучше ее тоже приготовим, потому что как бы, ну, на самом деле это нормально. Нам нужно мясо, нам нужно голод сбивать, нам нужно наращивать все это дело. Сейчас мы ее тоже быстро жарим. Она вообще быстро готовится, даже на двоечке. Отлично. Выключить. Несчастье минус 2, голод минус... Ну, вообще отлично. Здесь набрали на самом деле прям порядочно. Идем наверх. Так, это ванна. Одеколон. Мыло, понятно. Закрываем. Так, отличная кровать здесь есть, это хорошо. Вот шляпка. Шляпка хорошая есть, это мы наденем. Блин, с такой прической модовской получается, как будто волосы торчат из-под этой. Вот за это не особо долюбливаю всякие моды такие кастомные, но они не сходятся совсем, поэтому ну, невозможно будет шляпу носить, это просто плохо. Так, вот черно-белый телек, отлично. Так, подожди. Стройки устройства. Сделай на троечку громкость. Вот сделаем. Подожди. Да, вот этот канал. Тяжелый день. Босс нагрузил работой. Так, это что у нас будет повышаться? Ага, строительство. Отлично. Даже два строительства подряд. Две программы было, или что это? Ну, строительство как бы мы вкачали, это хорошо. Так, окошко я сразу прикрою. Купальник, штаны. Отлично. Здесь смотрим, тоже окно прикрываем. Чтобы нас никто не спалил, если что. Так, здесь кладовка с батарейкой. Батарейки у нас есть, особо так не надо. Маленькая спальня тоже. Тоже неплохо. Закройся, по шторкам же кликаю. Так, ну в принципе вот эта комната самая безопасная. Я думаю, здесь мы остановимся. Сейчас 7 часов, как бы, я думаю, время будет поспать. Собственно говоря, можно позаниматься еще будет фитнесом. У нас здоровье отличное. Все эти крипатуры прошли. Сумку я, наверное, сейчас скину здесь. Подожди. Есть нам пока не надо, нам надо покурить сейчас. Сразу же, чтобы как бы этот отсечь вопрос. Отлично. Едим вот тебя половинку. Отлично. Так, что у нас там получается по весу? 72. Хорошо. Все, в общем-то, тогда скидываем сумку, занимаемся фитнесом и ложимся спать. Снотворное вроде как бы есть. Можно будет попробовать нормально выспаться. То есть, ну, закинуться еще снотворным и на хорошей кровати хорошенько поспать до следующего дня. Так, давай, фитнес. Будем делать и то сразу. То есть, как бы, будем бёрпи заниматься, потому что, ну, как бы, и фитнес, и силу нужно вкачивать. Опять же говорю то, что у нас фитнес на двойке, сила на единичке. Поехали.
ускоряем. Смотрим, как растет. Ну, с таким раскладом придется это, этим заниматься придется долго, на самом деле. Давай, отдыхай. До конца он точно не отдохнет. Не, отдохнул, смотри. Давай еще раз. Теперь делаем отжимания. Ну, как сказать. Вот опять же, да, у нас получается как бы и 1000 еще не вкачали. А он уже весь опух, устал и все такое. Так. Давай на спину вешай. Лучше сейчас поспим. Ешь полностью. Собственно говоря, давай снотворного теперь еще приточим. Угу. Чтобы ему спалось нормально, подольше, получше. Чтобы он вот это вот со своей вот этой вот постоянной, как оно, усталой постоянно, как бы не было такого. Блин, слабый слух это тоже как бы паршиво, очень паршиво. Но это лучше, чем глухой, на самом деле. Все, давайте поспим. Итак, проснулись мы в 9 часов утра. На самом деле, как бы ночью он просыпался. Я ему бутылку вина еще дал вглушить, так и выкинь. И мы поспали, собственно говоря, еще. И сейчас 9 утра, туман. Туман это очень плохо, но, в общем-то, нужно будет пошариться дальше по этому поселку, посмотреть, что здесь, к чему есть. У нас есть катана, это очень хорошо. Но у нас есть сейчас и крипатура, которая плохо сказывается и так сама по себе, и плюс с силой фитнесом, с таким маленьким, сказывается, в общем-то, на персонаже совсем не очень доброжелательно. На этом мы серию остановим, а в следующей серии пойдем дальше исследовать все эти дела. А вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, заходите в группу ВКонтакте, присоединяйтесь на сервер Discord, и всего хорошего, всем пока!